Элджите. Ну, давай, где пузика? Вот она. Вот она. Где пузика? Элджи. Ты маленькая наша. Давай почешу тебя, Элджи. Почешу. Солнечный денек. Второй день бабьего лета. Вышли в парк к озеру. Один я сейчас поеду на велосипеде. Кто будет снимать? Леша. Леша. Леша, оно там уже работает. Леша у нас главный по съемке. Ура! Вон сюда есть. Идем. Давай крючок сделай, налегку найди. Давай, она сразу кривляться начала в камеру. Разворачивайся, Валя. Надо реально фотоаппарат было брать с собой. У меня же фотоаппарат на телефоне. У меня свой. Ура! Ты, Леша, можешь что-нибудь понаговаривать? Так это ж как бы ваша камера. Ну и что? Расскажите, как вам здесь? Как вам велосипед? Хорошо. Не зря мы его с Леней чинили вчера, весь вечер. Уточки тут разненькие плавают. Милота, одним словом, ничего не скажешь. Абсолютная милота. Что, тетя Валь, как вам уточки? Красные, на фоне заката. Вообще шикарно, солнышко, да? Солнышко и вообще красота. Красота. Ага. Какие мы молодцы, что выбрались на это озеро. Не то слово. Набросились на хлебушек. Нина уже и след простыл, да? По кругу. Скоро она нас догонит. Леша видео снимает. Блин, велосипед это средство передвижения, а не чтобы покататься туда-сюда. Ну вот. Лене надо сбросить сколько? 1,5 килограмма? 1,5 килограмма, чтобы норма. Да. Он вчера взвешивался 101,5, а велик до 100. Так что, Леня, зря мы тебя сегодня кормили котлетами. Здесь, кстати, красиво ездить вокруг цветочков. Да, какие цветы. Фиолетовый, как капуста. Вообще, да, красивая. Вот не как капуста, а какая-то даже я не знаю, как что. Да, вот я на границе между светом и тенью. Кстати, вы так красиво на фоне церкви, там вон церквушечка, да, на фоне озера. Ай, красота. Ну, пошлите дальше. Обратно надо, там тень. Да? Ну, поехали вот на учительскую и до тренажера доедем. Сколько там передние зубы стоят? А, не говори. Сейчас Леха на фоне. Одной рукой легко. Классно. Да. Как хорошо, что никто, кроме меня, не хочет кататься. Леха, ну, ты не хочешь, точно? Я каждый день катаюсь. Лень, ты не хочешь? Я, Нина, тогда покатайся. Ну как классно. Хотели, чтобы не катала, не то слово. Да. Давайте на фоне церкви, как вам? Как вам сегодняшний вечер? Классно! Не то слово. Да. Классно. Да, велопрогулки это шикарно. Ну, особенно в парке без машин велопрогулки это просто замечательно. С какой стороны не посмотри. Нина! Нина! Пойдемте лучше вперед, посмотрим, что там есть. Потом мы все тут вертимся на одном месте. Вот как раз проходим мимо церквушечки. Ой, какое теплое солнышко. А может быть красные деревья будут? Да, уже вон я вижу. Красные деревья самые редкие, самые красивые, между прочим. Ой! Страшно!
вообще-то. Ой, поворачивает с одной рукой, а в другой камера. Вау. Как Леха ездит, так снимает, я не знаю. Вообще-то страшно так с одной рукой ехать и снимать. Вау. Доехали еще до одного озера. Ну, вернее, я доехала. А Нина, Леня и Леша дошли, они вон там на тренажерах. Но, к сожалению, солнышко уже спряталось. И уже здесь не так радостно и весело, как могло бы быть. Так что вот таким, вот такой жизнью живет это озеро. Сегодня в чудесный теплый денечек. Я люблю это озеро. Вообще, сегодня проехались по двум моим любимым озерам в округе. И вот. Ну как, народ? Бежим? Люди не понимают смысла вот в этой штуке. Ты помогаешь Лене или халтуришь? Я думаю. Люди не понимают. В смысле? Как эти с палками ходят вот этого ханьбата? Ну ладно, вы уж тогда без меня. Я уже не могу, давай с Лехой. Леха, иди свали. Мы уже с Лехой здесь занимаемся. Давай. Я уже устала. Я с Леня тут водила. Леня ничего не делал. Я тебе буду помогать. Подожди. Ладно, Леня водила, водила. Вон с Валей, как видел? Да. И что вы делаете? Леня, растяжки никакущие. Да? Какие вы мышцы тут напрягаете-то, я не пойму. Вон ноги. Просто Леня на халяву стоял, стоял. Опа, как хорошо, Нина, с тобой. Так потом даже с Лехой так не получалось. Класс, размер примерно одинаковый. Нет, в смысле, да. Ой, все, я уже не могу больше. Я с Леней так устала. Леня стоял, я 100 килограмм возюкала. Можно посидеть, отдохнуть. Ой, постучать ногами. Поехали быстрее. А без рук или с руками? Валя, с руками. А руки-то здесь зачем? Ну как эти в лодке. Знаешь, гребут там. Раз, два. Раз, два. Ой, все, хватит. Вот сюда еще тяжелее, да? Ты пробовала? Да. Ой, вообще невозможно. Легко, с улыбочкой. Вот здесь, вот это классно. Смотри, Леня. Вот здесь это гири только поднимать надо. И ногами, что? Да. Вот это хорошее. А что хорошее? Так, а видишь, что коты не знают, чем он закрыл. Вот это мне нравится. Вот эти диваны хорошие, она свою не поднимает. Вот так вот еще можно. Нет, так вообще невозможно. Ой, ой, тяжело. Ой, все. Леня, ты давай не отставай. А вот здесь Валя пробовала? Вот здесь. Вот тут здесь легче. Вот здесь пробовала? Нет. Так это просто, там ничего не двигается. Вот это самое зло. Вот так хорошо сидеть. Смотри, как. Леха. Вот так хорошо. Сел и сидишь. Это да. Вот это самое сложное. Это как во всех домах отдыха в Советском Союзе. Все сидели на теннисном столе. В конце концов, просто, да, ломался теннисный стол. Идем, Валя, вот на это. Вот это боковые мышцы. А, так? Тут надо. Медленно. Давай, у кого растяжка будешь? У тебя, конечно. Нет. Да, у тебя. А сейчас как ноги разъедутся и. Нет. Иди туда. Ты что разъедут? Да. Это сложное, да? Эти мышцы будут боковые болеть. С трех раз, как ты тут двигаешься, у тебя они
эффекта даже не будет. Ну что, пока-пока. Вон Леня пошел, иди Леня с ним. Потом будем говорить, Леня спортом занимался. Да. 100 килограмм тяну. 100? Да. Ты уверен? Это не твои 60. А, да, он сам себя тянет. Кстати, ты по бокам молодец. Что по бокам. Там тяжелее по бокам. Да. Да. Вот Леня накачанный. Ой, все. Так, ну что, все? Это правильно, это правильно. В такую-то солнечную погоду. А что завтра, Лёха, будешь идти в 9 утра на зарядку? Да? Да. Да. Нет, я завтра, я не знаю, я еще не решил. Ну ладно, все. Ну все, пошли. Ой, там же ноги болят. Абсолютно не решил. Пойдем, ну, все. Можете не кривляться, можете не кривляться, можете не кривляться, я просто типа для семейной хроники там. Пока-пока. Ну, пока. Вот я снимаю, сейчас давайте типа пока-пока, типа так непринужденно. Пока-пока!